Друзья мои, всем привет! В этом видео будем решать проблему грязных подоконников. У всех возникают такие ситуации после ремонта или после даже эксплуатации подоконников. Они мораются, на них остаются какие-то пятна, круглые пятна от горшков, от стакана, от другой нечисти, которая также обитает в квартире. В общем, как убрать эту всю грязь с подоконника, сделать его снова новым, обновить, освежить. В этом видео я вам покажу, расскажу. Смотрим. Итак, сегодня мы будем обновлять, освежать вот данный подоконник. Он потерпел небольшие изменения во время ремонта. Во время ремонта и эксплуатации на нем остались вот такие вот пятна. Грязные пятна от чего-то только непонятного. В общем, сегодня нам нужно сделать его снова новым и чистым. Также у нас имеются вот здесь вот следы от пены. Пена это еще от застройщика осталось, когда вот монтировали тут подоконник и окна ПВХ. В общем, это все тоже нам нужно будет убрать и сделать у нас подоконник ровным, чистым и красивым. Но также еще немножко мы почистим окна, потому что нам нужно будет их тоже немножко освежить. И как мы это будем делать? Сегодня мы это будем делать с помощью вот такого космофена SL300. С помощью этого космофена мы будем очищать подоконник. Это растворитель, он очень едкий, он очень вонючий, поэтому использовать мы будем перчатки резиновые, тряпку. Тряпку можно использовать любую, которая не будет оставлять следы и не будет растворяться с помощью растворителя. Поэтому одеваем перчатки и приступаем к работе, к очистке подоконника. А что у нас получится, смотрите дальше. Будет интересно, я так думаю, да. Поехали. В общем, начало есть, подоконник в легкую очистил. Дальше нас ждет еще более суровые и грязные пятна, поэтому дальше я продолжу без вас. Ну и в конце покажу, что у меня получилось. Пока все. Ждем результата. Итак, друзья, подводим итог проделанной работе. Подоконник мы очистили. Это было, сразу скажу, непросто, потому что грязь, она въелась. Причем она въедалась очень продолжительное время, и на нее нарастала новая грязь. Поэтому не очень просто все это случилось. Но все-таки подоконник мы очистили, это хорошо. А вам совет на будущее для тех, кто планирует делать ремонт. Если у вас установлены подоконники, вы планируете делать ремонт во всей квартире, во-первых, рекомендую либо защитить подоконники изначально, то есть накрыть их чем-нибудь, заклеить, запечатать, сделать так, чтобы никакая грязь, пыль не попала на эти подоконники, либо удалить эти подоконники вообще на время ремонта и уже установить их после окончания работы. Ну, для того, чтобы, в общем, так сказать, сохранить данные подоконники в первозданном виде. Это такие два простых совета, которые стоит придерживаться, когда вы планируете делать ремонт. Если же вы этого не сделаете, то вам придется вот так вот с помощью космофена либо других чистящих средств чистить ваши подоконники до тех пор, пока они у вас снова не станут новыми. Короче, в общем, я закончил эту работу, закончил данное видео. А вам
Если данное видео было полезно, ставим пальчик вверх и пишите в комментарии, какие способы очистки подоконников или других ПВХ поверхностей вы знаете. Пишите, это будет полезно, и возможно с этим комментарием, с этим советом я сделаю очередное видео по очистке ПВХ панели, либо подоконников, либо ПВХ окон, либо любых поверхностей, которые вообще есть у нас в природе. Любой способ, он всегда полезен. У меня есть уже на канале способы, как очистить поверхности с помощью ВД-40, также растворителей. В общем, если вы еще знаете какие-нибудь способы, с помощью которых можно защищать поверхности от грязи, загрязнения, краски, других инородных средств, пишите. Будет полезно не только мне, но и тем, кто читает комментарии, тем, кто смотрит мои видео. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. С вами был, как всегда, Ленар на канале Перестройка 116. Всем пока, всем добра.